Это первые счастливчики, которым удалось переступить порог обычно закрытого от посторонних глаз предприятия. 2000 тонн весит один котел железа без вспомогательного оборудования. Скорость вращения ротора турбины 3000 оборотов в минуту, 50 оборотов в одну секунду. Только раз в году жители краевой столицы могут побывать там, откуда в их дома приходят горячая вода, тепло, электричество, от желающих нет отбоя. Очередь на экскурсию растянулась на сотни метров, но еще бы посмотреть-то было на что. Мы всю зиму работали только на то, чтобы в ваших квартирах, в ваших жилищах было тепло, уютно и комфортно. А сегодня мы открываем для вас ворота нашей станции. Добро пожаловать на самую большую печку. Я уверен, что вам будет очень интересно. Потепление не только экскурсии, это еще десятки тематических площадок. Зарядиться позитивной энергией желающим было от чего? Спортивный уголок, фотозоны, парад диджеев, конкурс аэрографии, аквагрим. Такое масштабное мероприятие. Интересно изнутри посмотреть, как все это работает. Ну и просто праздник. На сцене все та же творческая энергия, детские и молодежные коллективы словно передали эстафетную палочку гостям из Москвы. Вот знакомьтесь, это известный битбоксер Илья Орехов. А это уже те самые Иванушки, что International. Именно это знаменитое трио под аплодисменты более 7 тысяч закрыло масштабный фестиваль. Кирилл Политов, Андрей Печоркин. Наши новости.